Чарующий аромат и богатый ассортимент камчатского улова. Чевычи, нерка, палтус, омуль и белорыбица. Все эти дары Камчатки рязанцы любят за неповторимый вкус и свежесть. Как говорится здесь, на выставке продажи представлена продукция для настоящих гурманов. Чевычи не случайно считается королем лососевых, ведь эта рыба богата витаминами и очень вкусная. Как говорят покупатели, они с нетерпением ждут приезда мобильной ярмарки и всегда следят за рекламой. Ведь выставка продажи икра и рыба камчатская в нашем городе пользуется просто бешеным спросом. И купив здесь рыбу или икру, однажды хочется вернуться вновь. Все время беру, покупала, пробовала все у них. Мы ни колбасу, ни мясо не едим. Поэтому на завтраке мы всегда едим икру. Бутерброд с икрой. Ну, я вроде думаю, может, для пользы дела, может, йод там какой-то содержится. Все-таки мы уже пожилые люди. Камчатский край невероятно богат на рыбу. Природа в своем первозданном виде. Огромное количество озер и рек делают этот край невероятно привлекательным для рыбаков. А весь улов – это экологически чистая продукция, уверяют продавцы. Палтус и чевычу. А почему именно это? Ну, потому что уже брали вкусное. Витамин D в первую очередь. А во вторую вкусно? Вкусно же, не правда ли? Здесь вижу икру. Я всегда прошу, чтобы он ложечку мне эту поднял и опустил. Выставка продажи икра и рыбы камчатская расположилась у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. Она будет работать до 8 октября включительно.